still checking in the place, still cold. Moving in the way, no place, no snow. Приветствую вас, ребята. Мне подсказали, что вроде бы тот талант — это вот легкость ног. Хотя тут написано просто, что он сокращает урон, получаемый при уклонении, на 20%. Ну, в итоге, конечно же, на 100%. И прирост очков адреналина. Возможно, там будет меняться анимация уклонения. Вот это было бы очень здорово. В общем говоря, нам нужно прокачаться. А, мы уже можем качать эту ветку, кстати говоря. Так, может быть, это следующие очки обучения как раз на это и будем тратить на самом деле. Почему бы и нет? Хорошо. Так, ну а здесь что мы должны делать? Здесь мы должны, пожалуй, переговорить со всеми жителями, торговцами, да, чтобы, возможно, накупить себе... Думаешь, его приворожить? Ведьму тебе на бесток подарить? Ну да ладно. Карт мародеров и поиграть с тем чуваком. Кстати, а где тот чувак, с которым поиграть надо в карты? Да нам не охота на ведьму, зачем мне охота на ведьму? Или давайте уже, может быть, раз мы можем этот квест взять, то почему бы и нет? Чуть не понятно только, а с кем мне поговорить нужно? Ладно, ребят, давайте, знаете, что сделаем? Давайте помедитируем до утра. Сейчас, значит, у нас 2 часа, это значит, надо часов 7 давайте да помедитируем, так, чтобы наверняка, да? Ну, так уже солнышко, видите, мы и поторговаться с кем-то можем, и все на свете. Только не совсем понятно, с кем торговаться. А, вот вроде бы, да, купец-спонсор, братишка. Хорош там починять. Амулетики? Визарчики? Может, черепаший камень? О, с ним, кстати, я тоже могу сыграть винт. Покажи мне свои товары. Зубы мертвецов, почечные камни, надежные средства в ненадежное время. И, кстати, я не помню, у нас... А, у нас даже есть какой-то хлам, видите, поэтому, в принципе... Давайте-ка продавать. Так, новиградский длинный меч, хорошо. Кстати, мы можем уже арбалетом получше пользоваться. Я что-то протупил, вообще не заметил, что мы уже можем им пользоваться. Определенно надо будет этим заняться. Да, еще у нас дофигища крови гуля, давайте ему продадим хотя бы штук 20. Так, покупать у него что-то есть? Так, смотрим. Ой, извиняюсь, братишки. Так, у него гребаная пиктура, ее я не вижу смысла брать. Рубаевый из Кринфилда, ну тоже. Без прикол, что вещь неплохая, да. Они, у них прочная связь, то есть двоих ставишь, они друг друга множат. Ну это дальнобойная, и, ну я не вижу в этом смысла, честно говоря. О, а это для Нью-Гарда какой-то Мортейс. Ну правда, этот Мортейсейн, да. У него всего лишь 3 сила колоды, поэтому, в принципе, особого смысла убрать не было. Ну, пускай. У Мигарда, в принципе, не так много сильных карт, поэтому, возможно, это даже и не так уж плохо будет. Так, я тогда предлагаю, братишке, вот что. Давайте сейчас с ним еще в винт сыграем. Братан, ты куда пошел-то, а? Братан! О! Амулетики? На 10. Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру. Слушайте, а что если за чудовищ сыграть, как думаете, попробовать? Конечно, у нас еще далеко не полная колода, чтобы ими играть. У нас далеко там не ахти. Да, там. Но в целом, я думаю, можно даже попытаться. А, у меня недостаточно карт отрядов. Представляете? Чтобы ими играть, у меня недостаточно карт отрядов получается. Ну да, у меня что? У меня только... Ну да, у меня реально немного еще. Жалко, жалко. Ну тогда будем, как всегда, играть за Тимерию. Вы делаете первый ход. Да. Так, мороз может пригодиться, мгла может пригодиться. Блин, тут все может пригодиться пока что. Смотрите, братишки. У нас маловато что-то этих... Да-да-да, давайте уберем, знаете кого? Бойца синих полосок, он все равно у меня только один. О! И давайте уберем, возможно, Золтана. Или нет, давайте даже... Блин, я даже не знаю, что убрать, честно говоря. У меня, получается, просто нету совсем этих... гребаных... Этих самых... Осадных, да?
Ладно, давайте берем командирский рог в натуре. Так мне опять дало. Прикиньте, мне что-то одни эти дальнобойные, как ни странно. Я, кстати, могу эту игру спокойно просрать на самом деле, потому что, смотрите, у меня реально одни дальнобойные игроки почему-то на этот раз дались. Я вообще не знаю, как оно так вышло. О, братишка, кстати. О, так это у нас взует, скорее всего, чуваки. Потому что у него еще и это... Вы поняли, да? Он еще играет, получается, за чудовищ, у которых очень классная сила, что называется. Причем мне его попустить нечего, он пока что, во всяком случае, видите, использует только этих, а... Катапультов. Он его только сейчас использовал ближнего боя. Пугач. Блин, делай что хочешь, да? Поставить, допустим, ну давайте, блин, сейчас, возможно, даже используем этого Сигизмунда, да? Я других вариантов даже не вижу, честно говоря. Давайте, пожалуй. О, ну зато мы ясное небо получить, кстати говоря. Просто что у меня двое бойцов, понимаете? Блин, даже не знаю, что и делать. Сейчас просто я поставлю бойца, я ж просру, попущу сам себя этим, наверное, больше, да? О, противник спасовал, отлично. Мы тут оставим мороз. И все, и пасуем. Вы выиграли раунд, отлично, так. Карту я, кстати, я не получил почему-то, кстати. А, вот, получил, да. Ну, опять говно какое-то получили, зацените. Это нечто. Кстати, я почему-то у него немножество, я не могу понять, почему. Он сколько уже карт ложит, зацените. У него еще ни разу не было того прикола, который, помните, да, типа, он ставит, и множество у него чуваки. Может быть, типа, это еще не те карты или что? О, вот это, по идее, будет множество. Нет, смотрите, этот почему-то у него не множится. То есть у него то ли не полная колода, то ли что. Так, кого бы нам восстановить, братишки? Рубаевы. Блин, так тут никого интересного, даже если пиков, что и нету, наверное, да? Но мне нет смысла брать этих, потому что я, наверное, буду использовать туман потом, да? Наверное, тогда давайте возьмем даже бойца синих полосок, так как у меня нету... Мороза все равно больше. Без, блин. Капец, чуваки. Давайте используем этот... Карту лидера. Только как-то так можно. Ясное небо. О, отлично, вот что он ее сейчас потратил. А, мы уже выиграли. Плюс то, что, смотрите, у меня еще есть туман. Сейчас мы попустим его дальнобойнего. Ну, правда, не сильно, конечно, но все же попустим. Он спасовал. А, ну отлично. Кстати говоря, у меня далеко был не лучший набор карт, я думаю, вы согласитесь. Да, могло быть бы и получше, и при этом я еще и умудрился выиграть. Это радует. Что я там получил? 20 крон, ну это понятно. Кладбищенская баба. О, блин, в этой области, видите, заметьте, что я сейчас что-то начал выигрывать только этих... колоды карт монстров. О, она типа еще и дальнобойнее считается. Кстати, отлично. Да, надо, конечно, накуповывать себе, блин, этих всех монстров. Не, ну, кстати, а пока что тогда получается, что очень даже классная колода, да, получается. Потому что есть там, видать, и дальнобойные, и осадные. Просто надо больше времени. Так, надо поискать, братишки. Мой-то снова потащился к этой колбе. Я-то говорю о тебе. Добро пожаловать в наш сортир. Так, вот броник. Габриэль, защити себя сам. Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль. Коль первый выстрел твой, то слово за тобой. Так, слушай, а что у тебя там есть, что купить? Покажи товары. Братишка, так, у него есть квестовые какие-то фигни, да?
Давайте прикупим. Штука нужная, как ни крути. Так. Ремесло, починить мне что-нибудь нужно? О, вроде бы надо. Так, подождите, давайте все починить, да. Будь здоров. Так, а ты какие-то квесты взял, да? Или нет? Или как всегда надо, короче говоря, нажимать и находить эти записочки, да? Перечитывать их. Чума, сифилис и гонорея. Я проиграл Гвинт первую карту, которую приготовил для профессора Атимштейна. Теперь надо возвращаться в базовый лагерь у Кривоуховых холмов и начинать все сначала. А пока что обозначаю на карте новые пункты. Так, а вторая у нас что? Попав в рабочую группу с профессора Славко Атимштейна, я начал исследование ведьмачьей школы Грифона. Базовым лагерем экспедиции стала гробница на Кривоухих холмах. Профессор считает, что это место погребения одного из грифонов и пытается пробраться внутрь. Я быстро определил расположение других мест, каждое из них обозначено пиктограммой в виде ведьмачьего медальона школы грифона, и нанес эти места на карту. Эдвин Грелов, адъюнкт кафедры единственной истории, ну короче, фигня всякая. Да, вот у меня появились квесты. Ну, про достанежение грифона меня-то весь прикол, что и не интересует, да, ну, так, пускай будет, так. С тобой еще можно сыграть винт, братишка, правильно, давай. Ой, часом не хочешь случайно нажал, ну ладно. Давай, братан. Значит, не можем пока что играть за чудовищ. Кстати, мы даже за Нильгард пока что играть не можем. Прикиньте, мы, кстати, больше ни за кого играть, получается, не можем, кроме как за этих, потому что у меня не хватает карт отрядов. Кроме как за Тимерию. Вроде бы уже столько карт понавыигрывали, понакупляли, да, а, тем не менее. Так, зачем мне столько мороза, ребята? О, ну в этот раз получше карты, конечно. Даже не знаю, что обменять. Туман, в принципе, пригодится может, вернее, мгла. Давайте, может быть, эту Сабрину обменяем. О, ясное небо, тем более, получили, в принципе, штука неплохая. Так, кавалерия Наусика. Значит, он будет сначала ходить, я так понимаю. Но у меня всего двое дальнобойных братишки. Хотя у меня и ближнебойных всего двое. Да, это печально, кстати говоря. Ну ладно. Ну, падла, он тоже дальнобойную использует. Ну, говно, а? Скотина. О, отлично. Давайте его тогда еще дадим ему шпиона. Так. О, мы получили, кстати, ряд двух бойцов синих полосок. Вернее, одного бойца я иду катапульту. Так он мне дал шпиона. Сам, значит, тоже сейчас заимел карту. Понятно. Блин, что его делать, а? Просто ставить синих полосок, я сам себя попущу, получается. Правильно, братишки? Такая печалька на самом деле. Я реально даже не знаю, кого мне сейчас ставить на самом деле. Туманом я попущу себя, морозом. Мороз, наверное, рановато ставит. Ну давайте, наверное, блин, у него вариантов даже и нету, честно говоря. Просто буду, что он сейчас ясное небо поставит и все. Падло, у него еще какой-то шпион, вы представляете? Вот говнюк. Какие варианты, братишки? Я думаю пасовать. Хотя вообще, конечно, очково. Ну ладно, будем... Блин, очково, понимаете? Я сейчас пасану, он понаставляет там того же самого ясного неба и взует меня потом. Ой, блин, а. И всех ставить жалко получается, да? Потому что все могут пригодиться. Ну разве что, блин, этого Кайдвенского можно отдать. Хотя тоже он усиливает, блин. Ну ладно, давайте, придется его, наверное, тратить. Его, наверное, самое меньше жалко, если так смотреть. О, противник спасовал, ну падал такой. А, я еще карту потратил за этого говнюка, ну ладно. Да, блин, конечно, тут я вроде бы и выиграл, но больше даже взул сам себя, наверное, в этом случае. Так, у меня зато ближнебойных очень много на этот раз. Ваш ход. Ну, тогда мы ближним боем и будем заниматься, собственно говоря. Нифига себе, у него даже осадная есть. Братишка тащит. Правда, у него какое-то говенное осадное на самом деле.
Бригада Импера. Или Импера. О, отлично. Да, кстати, эти синие полоски неплохая штука. Их если размутить так вот достаточно много, да, там... карты 3, допустим, то это просто реально, я бы даже сказал, замечательное будет. Типа, о, отлично, у него хотя бы один дальнобойный был, это уже хорошо. Ну, ливень использовал, падла. Ну, пускай пока что, вдруг у него еще один ливень будет, да? Давайте пока что даже не будем использовать ясное небо, потом используем. О, давайте, братишку, да-да-да, давайте его. Ставь. Ваш ход. Блин, а? Давайте тогда сейчас используем карту лидера. Так, две карты. Ну что, рискнем. Выбора, в принципе, нет. О, отлично, у него еще есть дальнобойный. Мы тогда используем как раз МГУ, да, попускаем его дальнобойных. Конец раунда. Так, что там у него? Ясное небо, ну... Особо это ничего не меняет на самом деле. Вы выиграли раунд. Все, чуваки, мы его взули. Короче говоря, мы теперь уже мастера, короче, да? Этого самого гвинта. Осадная башня. Кстати говоря, это, наверное, к Нильфгарду, я так думаю, да? Или к чему это вообще? Нет, прикиньте, это, кстати говоря, к нашему. Хм, прикольно. Новая карта. Я уже думал, что их вообще нереально размутить, этих новых карт для Тимерии. Хотя карта такая, на самом деле, не такая, что прям уж совсем закачаешься, но довольно-таки неплохая. Так, ладно, давайте тогда теперь заниматься этой ведьмой, раз уж у нас что-то этот квест бьется сам по себе. А потом поиграем в гвинт еще с тем братишкой. Так, а с тобой поговорить надо, да? Надо бы его другой раз колдунье послать. Может, и от лени его вылечит. Здравствуй, матушка. И вы здравствуйте, сударь. Чего вам надо? У меня дело к вашей колдуне. Не знаешь, где ее найти? Я-то сама к ней не ходила. А мужика моего спросите. На той неделе так ему крестец прострелила. Он двинуться не мог. А от колдуни вернулся здоровенький. Где его найти? Верно, на дворе сидит. Уж не болит ничего, а он все равно ленится. Набрал бы брусники, хоть бы детишки поживали. Марьян-то мужик умеет о семье позаботиться. Наловил водяных крыс. На много дней еды хватило. Так, понятно. Прячьтесь, детки! Ты что ли, да? День добрый. Ты, говорят, знаешь, где искать местную колдунью. Это кто сказал? Жена твоя. Глупая бабища. Оставьте меня в покое. А бабу мою не слушайте. Потому как заговаривается она. У нас давно ни колдуньи, ни знахарей, ни вещих бабок не осталось. Видите, так бы я подкупал бы его, да, долларами, а так у меня прокачан акций. Точно? И подумай. Даю установку, ёпта. Вы, значит, спрашивали, как колдуньи пройти? За деревней найдете прудик, а от него тропинка отходит. Пойдете той тропинкой, пока не наткнетесь на одинокий камень. Обойдите его и сверните с тропинки в лес. А там ищите разбитую телегу. Спасибо. Только... зла ей не причиняйте, сударь. Мы тут про таких, как вы, слыхали. То есть? Ну, про таких, что колдуньи жгут. Значит, и у вас охотники за колдуньями побывали? Нет, но слухи про них ходят. И как я вас, сударь, увидел с этими мечами, так сразу и подумал. Значит, правду говорят. Я ведьмак, а не охотник за колдуньями. Что? А это не то же? Нет. Ничего я вашей колдуне не сделаю. Ну, вот и хорошо. Она недавно тут поселилась, но умная, аж страх. И собой не дурна, ну, если кому худющая нравится. Спасибо за помощь. Будь здоров.
Так, хорошо, это все здорово, но я хочу все-таки, да, взяться за этот квест с Гвинтом, да. Вот он, да, хорошо. А я тебе говорю, это все из-за его шлюшки. То, что он на войну пошел, это я понимаю. Да. А вот что со шлюхой с войны вернулся. Так. Где же братишка-то? Крестьянин. Так, это где-то здесь, да? Пацан какой-то. Играешь в Гвин? Говорят, что Гадко глупый. А Гадко вовсе не глупый. Гадко не пашет, не сеет, рыбу не поймает. А вот в карты умеет. Гадко сыграет. Я что-то думал, что Гадко это типа какой-то там уже нормальный чувак. Ну, взрослый, да, это кажется типа ребенок. Я думал, вот этот, который стоит, типа. Приветствую. Вы по какому поводу? О, кстати, давайте сразу. Я по поводу объявления про лишачиху. Ты его дал? Так и есть я. Вы бы этим не занялись? Вы же ведьмак, верно я понимаю? Я такого видал на картинке у бабки в книжице. Монструм или же ведьмака описание. Ну, как сейчас помню. Нам-то жуть. А для вас что там какая-то лишачиха? Поговорим о награде. Ну, давайте. Так сколько вы хотите? Так, братан, давай, короче, за 280. Давай доллары, падла. Давай даже 281. Лишачиха наш, понятное дело, супротивник серьезный. Только вот нет у нас столько. Может, скинете чуточку? Давай 275. Ладно, пускай будет по-вашему. Я займусь этим. Кто-нибудь видел эту лишачиху? Может о ней рассказать? Старый Вильям, должно быть, видел. Но он вам ничего не скажет. Слабое у него было сердце. Нашли мы его утром на полях. Так что люди-то теперь боятся по ночам выходить. Но поговорите с Агнетой. Вроде она видала призрака. И с ней ничего не случилось? С ней? Да она троих мужей пережила. С такой-то бабой и лишачиха не сдонжит. Так, ну что, давайте на туре сыграем тогда с этим пацаном. Главное сначала сохраниться. Ага, так, отлично. Пацанчик, давай в картишки перекинемся. Давай. Ну давай сыграем. Он тоже будет за чудовище играть? Не, он тоже за Тимерию. Падла, а. Так. Тут пока что все может пригодиться вполне даже, да? Блин, ну отсюда, наверное, только Шелдон Скахс такой более-менее ненужный. О! Блин, а остальное я даже не знаю, что менять. То, что у меня... Ну, разве что два вот этих чувака, может быть, одного поменять. Хотя тоже вещь хорошая, он нормально будет множить. Погодные эффекты вещь хорошая, да? Блин, реально даже не знаю. Может быть, золото надо поменять? С пятеркой. Ёлки. Ну давайте золото поменяем, правда. О, да, кстати, неплохо поменяли, на самом деле. Фух, ё. Так, ваш ход первый, да? Ну, у меня, кстати говоря, кроме... Ну, вот разве что еще есть этот братишка. Ну, давайте, да, будем тогда его начинать бомбить, короче, именно осадным. А там уж посмотрим. Боец у них полосыкло, пока что можно будет использовать мороз. Нормалек. О, отлично, вот я его потом морозом-то попущу, а? Противник посылал, ой, да, братишка, я тебя прошу, пасуй сколько хочешь. Жалко, чучела не было, да? Так бы мы забрали бы какую-то карту. Ну ладно, в принципе, мы и так себя не скажем, что плохо чувствуем. Хотя как, блин,
У меня два стрелка и эта фигня, да? Вот что по-настоящему печально. Давайте трибушет. Я думаю, это будет получше. Нифига себе, у него сам Вернон Роше. Офигеть. Да, у него крутые карты, кстати говоря, оказывается, есть, да? Сам Вернон Роше, я же говорю. Да. Это кое-чего достоит. Ну ладно, будем ставить, блин, этих гребаных стрелков. Никуда не денешься. Хотя они мне, конечно, так нужны. Нифига себе, братишка, что творит, а? Угу. Давайте ему используем карту лидера, раз такие дела. Братан, у меня и у самого глаз стоит, так что этим ты меня, наверное, даже и не расстроишь на самом деле. Зигфрид из Денесли. Блин, я его сейчас еще и усилю этим гребаным чуваком. Представляете? А, ну карты мне дали в принципе неплохие. Ну, у меня тоже эта проблема, да, на самом деле есть. Ну, я без пиков, что я туманом больше себя попускаю, чем его, поэтому давайте, наверное, чтобы по красоте, давайте даже сделаем еще ясное небо. Ну, у меня вообще 61. Да. Блин, может быть, я выиграю какую-то карту такую крутую? Бывает и так. Награда твоя, бери. А ну, чё я там выиграл? Какую карту? Люди, прячьтесь, прячьтесь. О, Вернон Роше, пацаны, выиграл. Вы прикиньте, вот это закачаешься. Да, вот это, кстати, первый раз мы выиграли действительно классную карту, согласитесь. А, ну она, видите, она хоть используется только в этой, да, колоде. Или, допустим, если я его уберу, допустим, да, то он появится, допустим, там у... Нету. Нет. То есть это только у Королевства Севера, блин. Но все равно очень классно, согласитесь, такая карта, да? Десяточка. Кого тогда можно было бы убрать? Но у нас, в принципе, все бойцы хорошие. Ну да, тут по пятерке получается. Боец синих полосок тоже классная тема, так что, в принципе. Да, ну четко, это первая наша золотая карта, да? Причем я вроде бы слышал, что эти золотые карты, они типа, ну, не поддаются вот этой вот фишке, допустим, там, с погодными эффектами, и т.д. и т.п., да? Как бы вот. Текс. А следующий игрок Гвинт где-то далеко, да, я так понял? А, кстати, они очень, смотрите, вот это здесь. В принципе, недалеко. Кстати, смотри, тут возле деревни появились еще какие-то два знака вопроса, по-моему, их раньше не было. Или были. Давайте, может быть, к ним загоняем. Или давайте сначала внутри уже займемся квестом с Лишачихой. Это у нас ведьмачьи заказы. Да, тем более 10 уровень, почему бы и нет. И где-то у нас свидетель какой-то есть. Лишачиха, это, кстати, я сначала что-то подумал, что это типа жена Лешего, да? Ну, звучит так, Лишачиха. А мама говорила, если я не буду слушаться, она меня пошлет на сладкую тропинку. Бедный Мирко. Остался один-один. Я слышал, как вы говорили о ведьме. Я бы хотел... Вам послышалось. И вообще, далеко вы что-то забрели. Тут одни бедняцкие хаты. Возвращайтесь-ка на большую дорогу, откуда пришли. Да я ж не против, я это... Придурки, я лишачих вообще прохожу. Вот там вот у нас что-то... И тут, да? Опросить свидетелей. Ну погнали, давайте сейчас свидетелей опросим, братишки. О! О! Люди добрые! Боги тебе в помощь! Нога собачья. Так а с кем говорить, непонятно. А вот кто-то, да? Ага.
Говорят, ты можешь рассказать про призрак? Да, видела я ее. Лишачиху видела? Как тебя сейчас вижу, ведьмак. Как она выглядела? Попробуй ее описать. По правде сказать, не то чтобы я ее разглядела, смеркалась уже. И тут мне какое-то облако бледное поблазнилось, будто пар. Подошла я ближе, а облако густеть начало. И увидела я, будто лицо в тумане. И что было потом? А что должно быть? Думаешь, я ждать буду, покуда она мне вся покажется? Побежала я в деревню рассказывать. Ясно. Говоришь, она появилась сразу, как стемнело. Это важно, спасибо. Будь здорова. Так, теперь надо пойти какие-то следы там повыискивать, да? Ой. Ребята. А кто это такой? Амулетики? А, я же с ним уже базарил, тюбин, что я туплю. Прощай. Да, но карту мы выиграли неплохую. Это радует. Хотя вообще, конечно, очень бы хотел. Да не нужна мне ваша ведьма. Вы задолбали. Я же говорю, я хочу пройти другой квест. Лишачиху давайте, да. Нафиг мне ваша ведьма. Ведьмой потом займемся. Я же в первый раз тут выиграли действительно как бы хорошую карту, да? Верно, Мараше. Кстати, всех с первых разов повыигрывали, надо еще тоже обратить внимание, да? Обычно мы перезагружались там частенько, да, вот что-то у нас не очень получалось, а это вот с первого раза всех противников одолели. Походу мы уже научились играть, братишки. Так, ну вот я что-то здесь вижу. Здесь шла женщина. Босиком. Ткань. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Кто за ней гнался? Так а где след дальше-то идет? Я не вижу. Ну. Ага. Блин, как меня задолбал вот этот прикол, этот, блин, с этими полосочками, да? Беги по полосочке, как иначе пьяный там, да? А тут вроде бы обрывается след. Смотрите. Ну, он до сюда доходит, типа, и все. А, не, вот. Ага. Убежать она не смогла. Он ударил ее ножом или перерезал ей горло. Странно, что нож он оставил. На нем засохшая кровь. Это может пригодиться. А в эту сторону он тянул тело, здесь видны следы. Ой, куда дальше? Мы шли так, правильно? То вот так вот тянули, значит, это тело. Ну вот мы дошли до сюда, и чё? Или там есть что-то... А, вот вроде есть что-то осмотреть, ага. Убийца отнес тело в лес и закопал. Могила неглубокая, он спешил. Что-то торчит из земли. Письмо? Хоть я и говорила ему, что не хочу его знать. Знаю, что ты, Букая, не боишься, а вот я боюсь. Он говорит, что любит только... это не такая любовь, как с тобой, а остервенелая, страшная. Не даст нам Букай полного покоя. Ой, не даст нам Букай покоя никогда. Надо нам бежать. Оставь мне ответ там, где всегда. Твоя Зуля. Похоже, девушку убил отвергнутый возлюбленный. Помощница. Староста наверняка знал эту девушку. Надо будет его расспросить. Только непонятно, раз следы крови, да, и... Непонятно как, знаешь. А, хотя он это все нашел с ведьмачьим чутьем, эти следы. Ну тогда ладно. Тут у нас, значит, какой-то знак вопроса. Давайте, раз уж мы совсем рядом. Крепись, противом,
Да блин, вы задолбали, не тот знак поставил. Хребаные ушники задалбывают. По правде говоря. Так, где там наш ушник? Так, ласточка. Нормально. Че, вожак не обыскивается, да? Это печально. О, кстати, рядом с деревней мы сразу же и продадим весь этот хлам. Это радует. Так, вот у нас какой-то сундучок, значит, топченый. Сок. Варская лимонная. Так, вырванная страница отвар из альгуля. Да, вот только, помните, я уже находил сок, а он почему-то, походу, не используется как еда. То есть я так понял, что он, типа, считается как этот самый, да? Химический ингредиент или вроде того. Вот дальше давайте для прикола посмотрим. Вот, типа, еда, у меня нету или где. Вот тут оно, сока, видите? Только реданская светлая, и все. А вот тут вот есть сок, да? А, нет, это реданская желудевая. Ну, походу, да, он считается, наверное, как алхимическая какая-то фигня. Да, кстати говоря, я еще протупил-то. У меня же арбалет есть получше, да, вот, который... Плюс 2 к урону. Давайте им теперь пользоваться. Все, отлично, другой арбалетик. Так, и еще мы там какую-то нашли зельице. Отвар из альгуля. Ну, мы, конечно, его 100% сделать не сможем, ну да. Адреналин выбрасывается, вырабатывается быстрее, чем обычно. До первой успешной атаки ведьмака. Ну, кстати, какой-то, по-моему, вообще бесполезный абсолютно рецепт. Ну, как по мне. Давайте, может быть, во второй сразу сбегаем. Хотя там столько этих знаков вопросов, что мы все равно все никак не осмотрим. Правильно, братишки? Так что погнали, наверное, как есть. Хлебнем реданского, чтобы здоровье восполнить. Так, и расспросим сейчас, короче говоря, старосту про любовников. И заодно тогда поторгуемся с кузнецом. Правильно. Продадим ему тот хлам, что насобирали. Так, вот он. Да, было бы здорово, если бы поменялась бы анимация, да, когда мы будем использовать эти вот увороты. Очень было бы классно. Кстати, а что за Габриэль? Я так даже не посмотрел, что он там покажи у меня. Покажи того. Потому что я спекул, что у него никакого Габриэла-то ведь нет, у него только рецепты какие-то есть. Может быть, тут у него типа есть рецепт этого Габриэла, я не знаю. Но сам Габриэл я у него вообще не вижу. Ну ладно. Давайте продавать ему штаны. Вот эти вот говенные мечи. Капец, они стоят вообще понты. По 5 золотых он зацените, да? По 6 золотых. То есть, если пикош, то их даже и смысла особо собирать и продавать нету. Вот что печально, братишки. Будь здоров. Так, староста, староста. Еду выменим. За это на него проклятие. Зал космо растерял. Теперь вот умирать за это. Приветствую. Вы по какому поводу? Ты знал Зулю и Букая? Они, кажется, жили в этой деревне. Добрые боги, откуда вы знаете? Начаровали, что ли? Они оба как сквозь землю провалились. Мы их неделю не видели. Я нашел могилу этой девушки письмо. Из него следует, что она отвергла Букая, потому что любила другого. Зулиантик, да. Мы думали, они на север сбежали. Счастье искать.
И Букой примерно тогда же съехал. То есть, значится, эта призрачница наша Зуля? Не может быть. Такая добрая была девушка, такая ладная. Может, вы знаете, где они встречались? Ну, молодые-то обычно на поляну ходят, на запад от деревни, за поля. Зуля, добрые боги. Так, отыскать место встречи. Проклятие, это я не сниму. Придется изгонять призрака, а для этого надо привязать его к месту. Блин, ну вообще, это просто капец, да? Вот мы у какой бы ты квест ни брал, вот сейчас взяли на лишачьих, вроде бы все должно быть, да, вот как обычно. Ты там взял, выследил, убил, да, а тут уже все вот так вот закручивается. Слушайте, что если ардом долбануть по этому фигне? Не, нифига. Да, там проклятие он снять, значит, получается, не может. Надо вот привязывать ее к месту, там изгонять. Вообще закачаешься. И как бы у всех своя история, да, там. Прикольненько, прикольненько, одним словом. Наверное, тогда мы в следующем выпуске, ну, когда уже разберемся с лишачих, я не знаю, мы успеем за этот выпуск или нет. Наверное, тогда побегаем по этим знакам вопроса. Вот, наверное, это место, да. Так, сжечь письмо Зули и засохшую кровь на ноже. Сейчас, братишка, сейчас все сделаем. Днем полуношницы не явится. Ага. Ну хорошо, братишка, а сколько тебе там ждать-то? До полуночи давай. Раз уж она полуночница, то подождем до полуночи, чтобы было символично. Не спи, братишка. К тебе тут гости пришли. Скотина. Ой, так, погоди, братишка, погоди, 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 братишка. Так. А что там делает этот товар из призрака, а то я забыл. Не, мы, наверное, пользоваться даже не будем. Давайте только масло от призрака, у меня же, по-моему, где-то было, да? Да, вот, давайте. А, это ж надо этим пользоваться, я забыл совсем, братички, представляете, какой я тормоз. Ирденом. Ой, 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 ой. Надо, кстати, коин поставить. Да блин! Падла, она вся вылечилась, представляете? Ой, я не то зелье, кстати, я выпил, представляете? Вот я тормоз. Это капец. Я ж, получается, хотел убить типа как ласточку, да, а выпил это говно. Это нечто. Ой, я не то поставил. Да. Да я просто протупил, я не то зелье, блин, выпил. Хотел ласточку дернуть, я живо выпил это гребаный отвар из призрака, который мне токсичность повысил, и хп сразу снес, не знаю сколько, да. Я так понял, что этими отварами можно будет пользоваться только тогда, когда мы вкачаем вот этот навык, который я уже показывал, по-моему, в прошлом выпуске, да, который, типа, наш предел токсичности повышает там до какого-то уровня. Вот, наверное, только тогда ими можно будет пользоваться, а так то... От них получается больше вреда, чем пользы. Вернее, пользы от них вообще практически никого нет. Разве что от отвара Грифона еще более-менее есть, да?
Несмотря на токсичность, остальные, в принципе, полное говно. Так, что сделаем? Давайте... Так, танцующая звезда у нас стоит. Ласточка стоит. Что нам еще может пригодиться в том бою? Наверное, не ясы, да? Я так думаю, по правде говоря, что гром мне там не сильно пригодится. А вот не ясы, да, восстановление энергии. Хотя, с другой стороны, блин, мне это не ясно, как-то не особо понадобится. Ладно, давайте. Днем полуношница не явится. Ну давай, давай, братишка. Надо бы только сохраниться, когда она появится, то я, блин, затыкал. Ну хотя мы сейчас ее уже завалим, я уверен. То просто я еще жу, я затыкал в том плане, что, блин, будет вот этот гребаный не тот эликсир. Так, значит, смотрите. Ставим Квен. Потом мажем себе меч маслицом от призраков. Да. Потом, значит, берем Ирден. Ой, а у меня ж нету этого. О, отлично. Нехорошо. Так, о, вот, это мы выпили то, что надо, ласточку, да. Так, Квен. Да ёлки-палки, ты задолбала. Тупая ты баба. Кстати, крутая тетка. Это первый такой монстр, с которым мне реально вообще капец как тяжело. Я даже, по-моему, когда дрался с более высокими уровневыми монстрами, помните? Мне, по-моему, то было легче. Вот реально. Вспомните, да, когда мы дрались с тем же Грифоном там. Такими вот братишками. Да, мне, я же, мне, по-моему, то было легче. А тут прям капец какой-то. Блин, я опять затупил, надо было хоть сохраниться перед боем, а. Вообще жуть, чуваки. Это, блин, первый раз, да, я же вот вспомните, мы там дрались, наверное, с более высокоуровневыми чуваками, с кем мы только не дрались, вообще не было никаких проблем. Это реально получается первый раз. У нас просто получается такая фишка, что очень много хп сносит с одного удара. То есть нельзя вообще попадаться и под удар практически получается. Чуть ли не пол хп сносит. А у меня как бы не хватает энергии, да, чтобы ставить и Квен успевать, и все тот же Ирден, чтобы ее ловить. А так с ней, конечно, пипец как тяжело. Да, блин, нелегкий бой, ничего не скажешь. Днем полуношница не есть. Ну еще ж не надо забывать, что у меня еще есть бомба. Надо вот бомбой пользоваться, правильно, братишки? Не, все, братки, сейчас мы ее завалим, это уже точно. Ну что, паскуда? Так. От призраков, да. Блин, а сохраниться же нельзя, правильно я так понимаю? Ну да, когда бой идет, нельзя сохраняться. Так, где-то мой Ирден. Видите, вот, блин, только попался под ее эту фигню, да, и все, и хана. Так, где-то мой Квен. Ой, да не Игни, а Квен, братан. Ну да, вообще нереально, блин, ее только ловить, это, а так нереально, как бы, получается, драться. Да, видите, она просто не ловится на удары эти долбаные. Падло такое, а. Ну вот, так вот нормально, да. Так, надо Квен, кстати, я поставить, что-то мы давно не ставили. Так, да. Угу.
Не, в принципе, да, бой не сложный. Тут главное просто не спешить, я все время спеши, улез к ней, да. Если не спешить, то в принципе бой не сложный. Маслицо использовать, чё же я маслицо-то не пользую, а? Ой, не то, сейчас. Браток, браток, братишка, маслицо, маслицо, да-да-да-да-да. Теперь Эрден. Надо немножко подождать, чтобы Эрден, чтобы выносливость восстановилась. Да-да, блин, выносливость очень долго, конечно, у него восстанавливается, правда говоря. Ты падла. Так, где там наш Иртен? Блин, 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 пацанчики. Где-то мой Квен. Так, он и на ровном месте как-то, да, протупил вообще абсолютно. Аж самому обидно. Так все классно шло, вообще без проблем его валил, да, это, блин, на ровном месте как-то так все растерял. Столько хп, это капец. Ну и что, сейчас мы ласточкой попользуемся, нормально. Блин, нас задолбал вот этих вот чуваков. Подлечиваться, пада такое, а. Давай, иди, иди сюда. Да ну бляха, ну, ну это прикол какой-то, ну реально, чуваки, у меня нет слов. Да капец какой-то, вот, блин, ну как-то несерьезно в этом плане, да, это получается, и я вообще не имею права на ошибку, да, то есть... Оно получается очень долго, я уже просто задолбался с ней валиться, оно по времени много занимает, то что у нее хп, вот Макара, я не знаю сколько, да, долбишь ее, долбишь, она никак не сдохнет. Потом вот так вот пару раз просто посмешил, завтыкал, она тебя раз стукнула и все, и мама, и все, и прощай. Изменяйте цвет ведьмачьих доспехов с помощью красок, кстати говоря, это вообще прикольный момент, надо будет, кстати, попробовать. Интересно, у кого это? Так ладно, все, чуваки, сейчас, короче, все, мы просто берем... Взвешенно подходим, да, именно валим ее и все, ну и в баню. Я же заколебался с ней драться, честно говоря. У нас не ценяется. Потому что я с таким перспективами буду с ней тут еще, блин, 3 часа валиться, оно мне вообще не интересно. Оно, с одной стороны, вроде бы и классно, первый такой серьезный соперник для меня получается, да, потому что до этого я же все было слишком просто, я бы сказал, вот первый какой-то такой тяжелый, и то он даже не тяжелый, он больше как задротский, потому что я же, я просто не имею права, блин, вообще спешить, то есть вот чисто вот, вот так вот идти, поставил РДН, повалился с ней и все, получается как бы, да. Так, где там моя ласточка? Угу. Да не, это Эрден.
Тупая ты баба, а. Ненавижу привидений гребаных, а. Просто никак непонятно, когда я ее буду кусать, а когда нет, да? Хоть прикол тупорывый немножко в этом плане, да? Так, где-то мы вернем. Так, Квен. Так, давайте ставить на меч нашу шишку, да. И все, реально, и не спешим, буду его в баню. Я же буквально трошки начинаешь спешить, да, вот буквально чуть-чуть. Она сразу же этим пользуется, скотина тупая. Так, где там мой Эрден? Давай, давай, на Эрден иди, придурашная баба. Так, Квен. Ну вот и все, да? Блин, надо будет, наверное, как-то потом Квеном изучить, братишка. Зачем мне факел? Идиот, блин, бомба нужна, да. О, я здесь, давай. Ой, я ее заморозил, братки. Вы представляете? Вообще закачаешься. Опять я, блин, поспешил, да, захотел. Я же вот все время из этого как бы загоняешься, да, потому что пытаешься как можно больше и урона успеть нанести. А она, тварь такая, этим пользуется, да? И вся любовь. Трошки мы ее покосали, отлично. Только у меня уже, блин, больше нету ласточек, поэтому, чуваки, надо быть предельно осторожным. Чтобы не сдохнуть. Так, Эрден. Давай, давай, давай. Да, хорошо. Квен. Чуваки почти ее завалили, вот смотрите, уже совсем понты. Ага. Достала ты меня уже слегка, тетка. Кстати, я же забыл совсем. У меня же еще маслицо там есть, правильно? Не-не, не спеши, не спеши, братан, да, не надо. Так, надо коин поставить, так. Теперь надо поставить этот Эрден. Последний раз ее поймать. О, давай, тетка, давай, иди сюда. Все. Волосы полуночности, темная пыль, мутаген. Мутаген, забытый меч врана в трофей. Блин, это меня подзадолбало, конечно, я вам скажу, ребята. Так, алхимичничество я ничего не могу сделать, да?
А вот мне не хватает амелы, чтобы сделать отвар из полуночницы. С каждым убитым противником максимальный уровень здоровья ведьмака увеличивается. Угу. Забытый меч Вранов. 64-78, это стальное. А, такой же как Гарваль, но смотрите, он намного прикольнее в плане 11% дополнительный урон при критическом ударе. Шанс критического удара, шанс вызвать оглушение. И плюс то, что это как бы получается, у него урон будет выше на 6, когда я его починю. Да, пожалуй, это поприкольнее меч, чем Гарваль будет. Так, братишки, я тогда предлагаю что? Предлагаю тогда помедитировать. Давайте часов до 7, да? Надо восстановить все наши прикольчики, да. Погнали тогда сдавать квест, получить награду, да. Заодно починимся. Починимся, поторгуемся, как бы вот. Да, непростой был бой, я извиняюсь, что, может быть, не надо было, блин, как-то поставить на паузу или просто потом повырезать это все, мои фейлы. Но, с другой стороны, если вырезать фейлов, вы не увидите, как долго я к этому шел, что называется, да. Но бой, жуй, я вот реально первый такой сложный для меня бой в этом ведьмаке, да, потому что до этого я реально как-то даже чересчур просто со всеми справлялся, получается. Погубайте его! Так, братан, ну... Покажи это. Продать мне тебе нечего, получается, так? А вот, допустим, починить. Так, теперь смотрим. Теперь смотрим, вот этот меч. А, не, урон такой же, 64-78. Ага, то есть... Ну, я даже не знаю, честно говоря, смысл его брать. Урон такой же получается. Ну, у него просто больше к критическому удару и к оглушению. Здесь больше к горению. Хотя тут 10% оглушения, а тут 11% горения, да? 11% дополнительный урон критическому удару. Наверное, даже это лучше, на самом деле. Я так думаю, забытый меч в ранах. Кстати, он выглядит прикольненько, да? Необычно. И нам просто надо ставить это вот все. А, у меня просто даже нет. У меня только кровотечение, отравление. И шанс выбить из равновесия. Видите, у меня просто нету ничего такого даже. Тут было бы классно бы поставить что-нибудь критическое, да, вот что-нибудь такое. Хотя вот можно поставить на него отравление эти разные, да. Получается, что у нас... 9% шанс вызвать отравление, 10% оглушение. Ну да, в принципе, неплохо получается. Но этот стоит, допустим, 398 золотых, а этот 366. Да. Знаешь, этот меч мой покруче. Погубайте, Габриэль! Так, братан. Покажи. Держи тогда этот меч. Гарваль. А, может быть, его разобрать надо было. Блин, я опять затупил. Надо разбирать все эти серебряные, особенно мечи. Ну ладно, следующий уже будет. Ну, правда, Гарваль был стальной меч, да, но вообще потом будем разбирать. Ну, прикольно, он выглядит классно, мне нравится. Это реально первый меч, который как-то уже так необычно выглядит. Ну, пока что для меня, да, я пока что находил все-таки одинаково. Это такой первый, уже не совсем обычный. Так, братан, убил я вашу полуночницу. Приветствую. Вы по какому поводу? Задолбал один и тот же вопрос все время задавать. Я избавился от лишачихи. Она больше не вернется? Нет, я знаю, как справиться с полуношницей. Ясное дело. Вот тут награда вам, как обещали. Спасибо вам, мастер-ведьмак. Прощай. Прячьтесь! 216 опыта получили, да? 275 крон. Понятно. Блин, я что-то хотел, кстати, посмотреть в инвентаре или в чем. Блин, а что я хотел посмотреть? Запамятовал. Вот, братишки, проклятый склероз, да? Ничего я с ним не могу делать. Ладно, на этом мы тогда закончим. А в следующем выпуске, наверное, знаете, чем займемся? Наверное, пойдем
даже не на ведьму. Наверное, пойдем все вот эти вот знаки вопроса осматривать, тем более, что их здесь реально дофигища просто, да? Как бы вот. А может быть и ведьмой сразу же займемся, раз что все равно по дороге, да, почему бы и нет. Ну, про любых раскладов на сегодня, на сори. Вспомнил, я хотел посмотреть трофеи. Вот оно, так, трофей кладбищенской бабы и трофей гриб. Ну такая то же самое, да. Понятно, фигня. Да, все, чуваки, тогда я вам, короче говоря, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки, как всегда. До новых встреч. Пока.